это я бы тебя наслепала. Хорошо. Ёб твою мать, блядь! Паша, я тебе сейчас... Я сказала, а не ты! Я что сказала? Хотел, чтобы бабушка с тобой поговорила. Могу дать ей прямо сейчас. Здравствуйте. Рад познакомиться. У вас очень хороший внук. Да, дуже хороший внук. Играете, умеете? Да, да, играем вместе. А? Хороший человек он у вас. Хороший. Он у вас в школе учится? Да, учитель в школе, да. В каком классе? Девят. Перед просмотром ролика я хочу вам рассказать о проекте серверов foxmine.ru. Этот сервер только открылся, у него уже 360 человек на сервере. И все потому, что здесь есть сплив, Skywars, Build Battle, даже есть пейнтбол, на котором люди пытаются уничтожить друг друга снежками. Очень интересная игра. Даже есть Sky PvP, Bad Wars. Можете испытать свои силы на паркуре. Ну и конечно же испытать свои силы на PvP арене, где каждый пытается убить друг друга и заполучить кучу ценных ресурсов. Но если ты хочешь чего-то большего, то конечно же здесь есть крутые привилегии с крутыми правами. И конечно же нельзя не сказать про дюб. Все это и многое другое тебя ждет на проекте foxmine.ru. Заходи, IP в описании под видео. Дорогие друзья, а я напоминаю, если вы хотите наказывать гриферов так же, как это делаю я, пожалуйста, приобретайте команду проекта, и у вас все будет. Вы сможете их ломать, убивать и делать все, что с ними хотите. Ссылка в описании ролика, заходите, а я сейчас буду начинать делать видеоролик. Так, ну а я в ванише сейчас и слежу за домом. А, вот он. Да, ну нетрудно догадаться, что это гриферский дом, тут таких полно. Мы, кстати, переехали, наш сервер теперь может тянуть аж 500 человек. И я подумал, что нужно первым 500 человекам дать возможность приобрести бесплатный VIP. То есть, что вам для этого нужно сделать? Просто зайти на сервер, поиграть, и у вас есть шанс его получить. Первые 500 человек, больше я не даю, поэтому успейте. Шанс такой бывает раз в жизни, только потому, что я открыл новый сервер. Пожалуйста. Значит так, вот это грифер. Сейчас мы с ним попробуем связаться. Я в ванише, еще раз повторяю, меня не видно. И как-то... Ну вот его дом, в принципе. Я этот дом уже видел. Я все это уже видел. Я знаю этот дом. И этот игрок здесь уже играет, наверное, минут 20, наверное, где-то. Сейчас я ему... Где он? Напишу. Сейчас, давайте. Демон, стой, я не вижу тебя. Так, MSG. Демон. Привет. Привет. Я хочу, чтобы ты меня приютил. У тебя классный дом. О. Так, команда будет доступна. Так, ждем. Нетрудно. Такие всегда отвечают, потому что они обычно гриферы. И ответить им нетрудно. Хотя сейчас что-то молчит. У меня Секит Стар дал по стандарту. То есть у меня здесь... Обычные вещи. Так, ну, жду. Что-то молчит. Давай ТП. А, давай ТП, он пишет вон. Давай ТП. Окей, надо... Так, надо, типа, я из ваниш сейчас выйду, погодите. Типа, я напишу. Сейчас. Кол. Даймон. Ой, там демон. Кол демон. Вот, я написал, типа, демон. Кол. Я уберу ваниш, как только он меня примет. Кол демон. Давай. Кол демон. О, принял. Так, убираю ваниш быстро. Тоже ГМ0 убираю. Все, он меня видит якобы. Вот. Давай посмотрим, кто он вообще. Наверное, грифер. Почему? Так. Так. Как тебе написать-то я забыл. Давай. Сейчас. Давай в скайп. Вот так вот, как всегда все делают. Давай скайп. Давай скайп. Ну, чтобы он не сказал свой скайп. Тормозит что-то, чувак. Долго все делает. Можно пока вот го пишет. Го. А какой скайп-то? Напиши свой скайп. О. Напиши свой скайп. А, ПСХ. ПСХ это скайп? Алло. Алло, привет. Здравствуй. Ты Димон, да? 238. Да, Демон 238. Демон, да. Я думал Димон. Слушай, у тебя скайп странный, ПСХ какой-то. ПСХ. Да, ПСХ.
Слушай, я тут дом твой увидел, большой такой, и решил тебе... Да, я обычно люблю с такими дружить, то есть люди, значит, умеют играть, и я думаю, надо с тобой тоже поиграть. Ну давай. У меня скинут есть тоже, я Майнкрафт покупал. У меня есть это алмазики, могу тебе алмазики дать. Мне Китстарт мин дал. Не жалко, хотя у тебя алмазиков и так хватает. А ты откуда знаешь? Ну у тебя дом, видишь, как... Ну да, ну да. Так, у тебя голов... Знакомый голос. Чего? Говорю, это знакомый голос какой-то у тебя. Ну не знаю. Я тебе только сейчас позвонил, мы с тобой не общались ранее. Стоп. Голов у тебя много, смотрю. Да, голов много. Полно вообще. Гриферишь, да? Ну да, малев бывает. То есть ты грифер, понятно. Грифер, грифер, головы. Ну да. Богатенький дом. Тебя что-то смущает? Не, нормально все. Крупный дом, в принципе. Угу. Только открыл сервер 2 дня назад, этот создатель этого сервера, он его открыл. Я сам тут играю только 2 дня, а уже такой дом. В принципе, все честно. Ну, конечно. Много же бывает тут богатеньких. Ты раздачу очень часто. Угу. Так, ну что, будем вместе жить? Голос знакомый. Голос у меня знакомый? Да. Ну... Стоп. А ты не Серджи? Какой я Серджи? У меня ник другой. Ну, знаешь, иногда бывает заходят и по другими именами. А кто такой Серджи-то? Хозяин сервера, любит снимать видео, канал на ютюбе. Ты что, про него ничего не знаешь? Я не знаю, я зашел, мне друг IP скинул. Но голос у тебя больно на него похожий. И что, ты его смотришь, этого человека прям? Ну да, конечно. И что он снимает? Ой, ты все же хочешь. Ну, в основном, антигрифер-шоу очень часто, кстати. Слушай, знаешь, ни разу на моей практике такого не было. Ну да, это я. И коли я так на тебя вышел, видишь, тебя даже команда проекта подметила. Да, наконец-то. Я же специально строил этот дом, чтобы ты на меня наконец вышел. Подожди, ты специально этот дом построил, чтобы на меня выйти? Ну да. Но ты людей убивал? Конечно. Ну вот это нехорошо. Я хоть и рад, конечно, что меня люди узнают, но не таким же способом, чтобы людей убивать. Вот видишь, команда купил, вот он купил команду проекта и может влезать в приваты, может смотреть все. Не, знаешь почему? Ты грифер, поэтому он это и делает. Это нормально. Он ничего не ломает, правда, ну и не надо ему ломать. Это нечестно. Но ты же грифер. Я хоть и Серджи, но я, моя задача, понимаешь, отучить гриферить. Ты грифер, правильно? Блин, та ну ё-моё. Между прочим, у меня еще и бабушка играет. Бабушка играет? Да, бабушка играет. Во что? В Майнкрафт, угадай. Ну, он тебя конфискацию проведет небольшую, ты не переживай. На кой? Так нечестно. Ну ты же грифер. Слава богу, хоть выкинул. Бабушка у тебя играет в Майнкрафт? Да, бабушка играет в Майнкрафт. Ну ты... Ну и чё, ну играет. Ну, была у меня, знаешь, у меня был уже такое... Она, кстати, с тобой даже поговорить хочет. Со мной хочет бабушка поговорить? Да, моя. Она чё, меня знает, что ли? Ну да. А, это я чё, такой прославленный? Ну да. Ну я, если чё, я сейчас не снимаю, ты не думай, что ты там в кадр попадёшь или чё. Я не снимаю. Ну, мне как-то без разницы. Хватит ломать мой дом, все. Сказали, что чуть-чуть конфискат и все. Да ну, блин, что за... Блин. Ну, не знаю, я тогда что делаю? Я, наверное, твой дом сейчас сетну, что мне делать-то? Или ты... Или что ты от меня хочешь? Вот я на тебя вот вышел. Ты от меня что хочешь? Как подписчик. Что ты хочешь сейчас от меня? Хотел с тобой поговорить. Ну, и все? А еще что? Ну, хотел, чтобы бабушка с тобой поговорила. Бабушка со мной поговорила. А бабушка хочет со мной поговорить? Да. Может, ей тяжело? Да нет, могу дать ей прямо сейчас. То есть твое желание, чтобы бабушка со мной поговорила? Со мной, Сержу?
Да. Слушай, давай так, я поговорю с твоей бабушкой, но ты больше никогда не будешь гриферить и убивать людей здесь. Вот. Ладно, уговорил. Вот я только... Только... Вот. Что? Успокойся, не бери больше мои вещи. Я вещи твои не беру, это команда проекта, он это делает. Тут привилегии он купил, человек. На сервере. Попроси его это не делать больше. Нет, пускай это делает. Я считаю, что он правильно делает. Просто не гофери никогда. Ладно, уговорим. Но взамен я поговорю с твоей бабушкой, окей, давай. Окей, она, дай бог. Стой, она играет в Майнкрафт или нет? Да, играет. Да врешь ты все. Специально хочешь, чтобы я тебя не трогал. Почему это? Ну не знаю, ну докажи. Даю ее трубку. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Рад познакомиться с вами. А? Рад познакомиться. Да. У вас очень хороший внук. А? Кажется, дуже хороший внук. Да. Мы с ним давно дружим, он у вас человек хороший тоже. Играем мы с ним вместе. Играете вместе? Да, да, играем вместе. А? Хороший человек он у вас. Да. Хороший. Он у вас в школе учится? Да, учитель в школе, да. Да. А в каком классе? Интересно. В девятом. В девятом классе он у вас учится? Да. Это ему сколько лет получается? Четырнадцать. 14 лет? Ух ты. Что-то взрослый он у вас. Он мне говорил, что ему 12. Он меня, значит, обманул. А друзья есть у вашего внука? Дружит с кем-нибудь? У меня есть друзья. Да. Где у меня друзья? Друзья? Да. Есть друзья у меня, да? Да, да. А гулять ходит ваш внук? Любит гулять? Люблю гулять. Да. И как вы вообще любите внука своего? Он у вас как, хороший? Дома себя хорошо ведет? Хорошо ли я себя дома веду? А? Дома хорошо себя веду? Хорошо, да. Это приятно слышать, да. Это приятно. Так, а это... Павел, это ты сейчас играешь? Или... Да, я играю, я. Так. Да, играй. Играет. Играй. Павел, а бабушке у тебя не тяжело со мной общаться? Павел? Да нет, не сильно. Да? А она на другом языке маленько, да, говорит, или как? Да, мы в Одессе. То есть вы... Да, мы из Украины. А, ну понял, я просто не понимаю маленький акцент. А, акцент, неудобно. Да, то есть я как понял, ты переводил ей стоял, да? Да, я ей переводил. Слушай, а уже же я переводу. Так, ну, не знаю, ну приятно с бабушкой с твоей было пообщаться. Да я хоть пока скажу или нельзя? Ну, говори. С вами было приятно пообщаться, спасибо. С вами было приятно пообщаться, кажется. А, приятно, да? Да, да, вы очень хороший человек. Жить, до свидания. До свидания. До свидания, здоровья вам. Здоровья. Ну, спасибо, что пообщался с моей бабушкой. Слушай, мне ощущение, что ты ее напряг прям. Мне кажется, тяжело говорить было. Нет, просто она уже старенькая, ей 90 лет. Ей 90 лет? Да. И ты ее напряг со мной говорить в 90 лет? Не напрягал. Слушай, все. То есть, получается, ты мой подписчик, да? Да, я твой подписчик. Ну, вообще, знаешь, приятно, что меня смотрят такие подписчики, приятно. Я все думал, что сейчас сделать с тобой, потому что все-таки игроки играют на сервере. Я напомню, что я сервер только открыл, описание. Угу. В описании IP есть.
если тебе вот напоминаю тоже, что оно есть. Значит, и мне непонятно, что ж с тобой делать. Люди сейчас вот, знаешь, вот зайдут на сервер, да, а у тебя дом такой стоит. Что мне понять делать? И простить. Я не могу так сделать. Давай смотри, у меня, знаешь, условие есть одно. Какое? Я тебя не буду банить. Ничего с тобой делать не буду. Но! Ты говоришь, ты дом строил для чего? Для того, чтобы с тобой пообщаться. А, то есть со мной пообщаться ты строил этот дом. Все, значит, он тебе, в принципе, не нужен. Ну, нужен. Нужен? Нет, думаю, он тебе не нужен. Я считаю, что таких нужно поменьше домов. Ты не обидишься? Я понимаю, конечно, но я считаю, что гриферов нужно уничтожать вот таким способом. Вырательных дома, они нам не нужны. Ты согласен с этим, как ты думаешь? Я у тебя ладно, спрошу. Хорошо, я новый тогда построю хоть из чего-нибудь. Ну ты только это, не убивай никого, пожалуйста. Ладно, хорошо. Ладно. Не то, окей. Вот, вот так бы сделаем, пускай здесь якобы ничего не было. То есть мы с тобой вот мирно. Я ничего не снимаю, кстати, ты не думаешь, что ты в кадр там попал. Хорошо, слава богу. И... ну ты, если что, там лайки мне ставь. Окей, конечно ставлю. Ставь, да? Ты, я тебе говорю, ты не грифери больше, а то я все-таки засниму тебя на видео как-нибудь и выложу. Хорошо, хорошо, больше не буду. Все, понял меня? Да. Ну понятно. Слушай, ну ладно, все, давай пока. Я думаю, я все правильно сделал. Тебе ничего не делал. Больше это... выкинь алмазы. Стой. Стой. Ладно. Стой, я для... это... все, нет, у тебя не должно быть алмазов. Я тебя почистил, все. Ладно. Давай пока тогда. Пока. Необычный был выпуск, конечно. Вот, побежал. Я считаю, что я все правильно сделал. То есть, ну как, у него бабушка еще 90-летняя. Жалко ее, в принципе. Я не удивлен, что так вот я нарвался на подписчика своего. Я давно этого ждал в какой-то степени, чтобы ничего не заставлять делать, чтобы никто не орал, чтобы ничего, чтобы все мирным путем. Ведь моя задача — это избавиться от гриферов и научить их этого не делать больше. Вот этот человек, вот он теперь с пустым домом пошел. Он, значит, мой подписчик. В общем, ребята, первым 500 человекам есть шанс получить випку. Или что я там говорил? Премиум? Випку вроде. Поэтому заходите, IP в описании ролика. Вы можете ее не получить, а можете получить. Только первым 500 человекам. Эти первые 500 человек могут за 2 часа быстро пройти. Поэтому это все потому, что я открыл сервер. Только что. На 500 человек. Всех жду. Все будет весело. IP в описании. Заходите все. Да, значит, команда проекта может тоже... вот так влезать в приват и наказывать гриферов, поэтому я сделал эту привилегию. Да, она есть. Команда проекта, как зайдете, сразу ее увидите. Что ж, дорогие друзья, всем пока. Всем пока. Спасибо.